В январе распоряжением главы Десногорска была организована комиссия по рассмотрению социально значимых проектов. Ее задача состоит в оценке инициатив некоммерческих организаций, которые могут быть востребованными и эффективными в городской среде. Наиболее удачные проекты будут направлены на конкурсы для получения грантов на реализацию. Данная комиссия рассматривает социально значимые проекты по следующим направлениям. Это охрана окружающей среды, развитие физической культуры и спорта, популяризация здорового образа жизни, культуры и творчества, городской среды. Один из вопросов, который был рассмотрен на первом заседании комиссии, это заявка управления ГУЧС Десногорска на конкурс фонда АТР-АЭС. Организация предлагает реализовать проект «Умные и безопасные дороги» с применением нового для Десногорска оборудования. Это система импульсной индексации для пешеходных переходов, это проекционные пешеходные переходы и система видеонаблюдения с видеоаналитиком. Это то, что мы планируем в этом году реализовать. Основной замысел нового проекта – за счет внедрения цифровых технологий обеспечить безопасность на наиболее загруженных городских участках. Предполагается, что залогом этого станет в том числе привлечение дополнительного внимания участников движения. Как показывает практика, Т7, светофоры, они концентрируют внимание водителя на том, что все-таки здесь пешеходные переходы, неважно, как сказать, есть там разметка, видна она сегодня, то есть, да, или там снег. Уже имеющиеся более чем 70 камер видеонаблюдения предлагается дополнить новыми. Их принципиальное отличие – функция аналитики дорожного трафика. Все автомобили записываются в архив в режиме реального времени. Соответственно, можно, так сказать, тоже в течение месяца посмотреть, где какой автомобиль проехал. Заявка управления ГУЧС членами комиссии была принята и рекомендована к направлению на конкурс социально значимых проектов фонда АТР-АЭС.